Я надеюсь, тебе плохо? Воды мне принеси. Я больше никогда не пью, все. А я нормально домой пришла? Тебя соседи в лифте нашли. Ничего не помню. Какая кружка, ведро неси. А еще вчера ты с собаками подралась. О, скаки. Вызывай скорую. Меня комарик укусил. Ты специально ночью на меня комаров сажал. Красненько видишь, руку ампутируют, не перед тебя. Гугл, где я вчера была? Хочешь, я закодируюсь? У меня сейчас 3 головы или 1? Ты что делаешь? Комара ловлю. Мне так плохо, потому что комар у меня всю кровь выпил. Поцелуй меня. Фу, нет. Я не выживу сегодня. Боже, как бы я скучно без тебя жил. Ты что делаешь? Сегодня гуляли с подружками, и мы поняли, что мне нужно уйти от тебя. И куда ты пойдешь? Пока не знаю, на вокзале буду ночевать. Я тут тебе оставлю носи. Это же мои трусы. Покупала же их я. Че, полы решила помыть? Это вообще-то моя шпага. И не надо меня уговаривать, я не останусь. То есть вот так вот просто ты меня отпускаешь, да? Ладно, я дала шанс, все. Окей, Гугл, такси до вокзала. Пошли домой. Ты меня любишь? Да. Тогда останусь так и быть. Все, можешь распаковывать. Хэштег простила. Где мои примирительные цветы? Давай, защищайся. Я вообще-то хомяков не боюсь. Я вообще-то на курсы МРТ ходила. Может, карате? Сейчас смотри, будет развертуха. И где твоя МРТ? Ладно, сейчас я по-русски сделаю. Кажется, у меня травмная голова. Может, головная травма? Как ты идешь, а то они... Все, пойдем смотреть кино. Что смотреть будем? Любовь, слезы и поцелуйчики. Так, что будем смотреть? Титаник! Ты же его смотрела. Я не помню, что смотреть. Ты же опять плакать будешь. Вообще нет, тут слезинки вот увидишь. Как же она жить теперь без него будет? Давай ужасы посмотрим. Ага, ты не пугать будешь. Не буду. Точно? Точно. Ты дурак, у меня передечный приступ был. Ты обещал. Иди в комнату. Нет, любишь? Ты кому звонишь? Парню своему звоню. Алло. Да. Забери меня отсюда, зай. Откуда? От здесь. Забери. Алло, я тебя только что привез. Я дома? Что ты меня забрал? Я еще не все выпила. Тебе уже хватит, все, алкашка. Меня надо кодировать. Мама звонит. Заткнись. Алло, мам. Я где? Я у Наташки, у нее сегодня день рождения, мы чай пьем с тортиком. Потом мы будем уроки делать, я поздно вернусь. Угу. Давай. Я потанцую, зай! Там кошка была, постираешь. Спать хочу. И чё мы ищем? Чё ты не спишь, я думал? Ты спишь? Чё ты искала? Я искал, я ничего не искал, я просто в состоянии луноходства была. Ты смс-ки по-любому хотел посмотреть. Ну то ж нужны мне твои смс-ки. Мне фотографии, посмотрите, я нигде лазить не буду. Какой пароль? Там отпечаток пальца. Да не на руке, а на ноге. Ага, конечно, через носок. Всё понятно. И чё ты там увидела? Свет, я к тебе с ночевкой, это отойди. На кого ты там пялишься? Ты на нее смотришь? Я не ревную, просто бесишь ты меня. Я с ней разберусь. Да стой ты! Я разберусь, отпусти! Че ты смотришь на моего парня? Вообще-то это дерево. А мне плевать, что ты смотришь на нее? Я тебе сказал! Да успокойся ты! Видишь, выдрала ей волосы. Да иди сюда! Я все успокоилась, она мне за волосы хотела, видел? Ты что, обиделась?
сказала. Видел, как я ее? Чтоб знала. Где я ревнивая? Вообще не ревнивая. Иди гуляйте с кем хочешь, все равно. Ой, она мне не конкурентка. О, идет. Привет. Привет. А ты что за забор завалилась? Там 5 рублей просто лежало. А что ты мне не писал целый день? Потому что ты мне не писала. Я тебе не писала, потому что ты мне не писал. А я не писал, потому что ты не писала. А я не писала, потому что ты не писал. И чем ты сегодня занималась? Не твое касается. С тобой вообще не разговаривают. Не общаемся. Что ты... Давай я сам решу, что мне делать. Решай. Ну ты сделаешь так, как я скажу. И что это за взгляд? Ау. Алло. Потеря связи. Если ты мне первый писать не будешь, значит у нас не попутные дорожные. Дорожные по пути. Короче. Все, я успокоилась. Поехали. Ты стал таким холодным, как тихий океан. И я решила нахрена козе баян. Я думала, ты бриллиант.